Hello, ты находишься на канале AAA, и мы продолжаем прохождение Sacred, и у нас эпопея с тем, чтобы получить себе в, скажем так, в помощники, короче, этого миссию. Подожди, давай посмотрим задание. Ладно, подожди, нет, ладно, хорошо, сейчас выполним просто задание быстренько, и тогда пойдем, и тогда посмотрим, что там по поводу... Отстань. Не понял. А где мне искать-то украденный этот? Я, видимо, что-то не прочитал, да? Так, ненасытные твари, да? Кровавые деньги. Вильбур. А, вопрос. А, третий акт. Брейброк. Может быть, хватит меня тыкать? О, у меня появился пятый слот. Нифига себе. Вообще-ка надо, кстати, другое кастовать. Надо кастовать этот пульсирующий огонь и все. Так, да, третий акт. Брейврок. Экскурсия, земные мечты, лимб, пища от злобной огненной твари. Бац, постанется древняя библиотека чешуя. Духа, стребитель другого, боевой медведь, пропавшая экспедиция. Так, украшенный ритуальный посох. Просил мне вернуть украшенный пост. Ритуально, она уверена, что только жрецы культа Сакара могли решить на кражу. Ушли с дороги на юг. А, то есть они где-то здесь должны быть. Цель моих поисков где-то рядом. Да, понятно, я вижу. Но где? Короче, ясно, надо искать. Где-то куда-то ушли. Где-то куда-то ушли эти жрецы. Интересно, интересно. Что, они так далеко уперли, что ли? Да не может быть такого. Да ну нет. Они не могли так далеко уйти. Ну никак не. Ладно, зайдем к Минотавру, посмотрим, что он там где тусует. А что это за пещера вообще мне был? А, так это и есть пещера Минотавра. Видите, вот тут гасят еще. А можно пройти? Спасибо большое за понимание. Но пока что как будто нет возможности его забрать. Так, ну давай-ка станем, короче, здесь вот. Но оно исчезнет, конечно, потому что они не могут нормально. Так, ладно, давайте. Нет, не тырь моего этого. Офигеть, они бьют, конечно. А, я знаю, что можно кастовать. Короче. О, нифига, меч из этого. Это вампирец меч, все ясно. Отлично, я ничего взять не могу. Ну, понятно, короче, да, пока мы все не выполним, мы его забрать не можем. Отвянь.
Короче, надо кастовать огненную кожу. Идеальное средство. И причем надо ее, по-моему, теперь второе качать. Потому что любой, кто подойдет, сразу такой раз и до свидания. Даже вместо вот этого. Просто кастуешь вот так. И кто бы ни подошел, будет вам постоянно получать урон. Причем кастануть можно не только на себя, но и на это получается. О, вау, ничего себе. Даже на меня это действует. Ну, типа, подходишь, и можно даже бить вблизи. Такие командиры, как ты, мне не соперники. Да, вообще надо было, конечно, огненную кожу качать. Я академик, однозначно. А не вьючное животное. Угрожающий амулет пламени я бы вообще-то хотел бы взять. В рюкзаке нет места. Ладно, бесполезная вещь. Так, украшенный ритуальный посох. Надо идти брать. Блин, ну что теперь все задания искать здесь? Это вот будет отдельная мука. Значит, огненную кожу надо качать. Ага, все ясно. Все с вами ясно. Кто просил так тебе делать? Блин, я чувствую то, что мы слишком надолго тут задержимся просто. Типа больше даже, чем на еще пару серий, как будто бы. Потому что, во-первых, я не могу найти украденный посох. Хотя он должен находиться прямо тут. В теории, конечно. Погоди-ка, вопрос такой. Ушли они на юг. Но это не скелеты явно. Куда же имелось в виду, они ушли? Да отвяньте. Демоняки. А, надо было продать шмот. Блин, короче, надо идти продавать шмот, потому что я не пойду же так полным ящиком туда. Не бойся, из твоего черепа получится чудесное украшение. А то я уже ничего собирать не могу. Это как минимум. Как максимум, еще там есть задание с этим кроликом, наверняка там есть задание самой крепости. Я даже не уверен, надо ли их все выполнять, чтобы получить всего лишь, блин, помощника. Ну-ка. Ну да, что-то восполняется по чуть-чуть. Лич нежить. Так, ладно, короче, мы не встретили этих ребят. Странно-странно, это очень странно, что мы не встретили ребят. Ну да ладно, ничего страшного. Найдутся еще. Эти жрецы, если, конечно, не забаговал. Чего? Отдохни с нами перед тем, как отправишься дальше на восток. Здесь мы достигаем до Мордора и до Фалда. Как же мне отблагодарить вас? Наконец-то я избавился от этого чудовища Зафода. Нам придется уйти из города, потому что его семья очень влиятельна. Вы наверняка знаете, что он родственник де Мордри, а это человек, который не привык прощать. Вот, возьмите это кольцо, это лишь ничтожная награда за мое избавление. Да, действительно. Учитывая, что это такое кольцо, то да. Чё? Благодаря вам мой маленький игнорный спасен находится в безопасности, понятно. Так, заберите, пожалуйста, шмоточки мои ненужные всякие. Вот эти вот. До свидания. Скорость атаки магия земли. А этот магия оружия. Ну ладно, фиг с ним. Эмпиресса, понятно. Двуручная трата, понятно. Понятно.
амулетами, черепушками будем потом разбираться. Сильный удар, скорость, составление заклинания. Ты не можешь. А, можешь щит взять. А что к щиту? Ты топор можешь взять? Нет. Кинжал можешь взять? Нет. Что она может взять-то? Ускорение Даговита. Боевой маг. Игры со знанием Даговита. Это что? Поножа. Специальное яду, скорость, ментальная регенерация, магические знания, повреждение магии, специальное огню для защиты. Но там плюс один ко всем заклинаниям. Повреждение 345. Повреждение 364. Нехиленько. Восстановление 5.1. Восстановление 5.1. Магические знания, магическая регенерация, ментальная регенерация. Ну слушай, пока оставим. Так, она безоружна, но щитом и восстановление заклинаний из-за этого улучшено. Ладно. А чё она... А, топор взяла. Интересно, конечно, она. Вот скажи, ещё кинжал. Нет, кинжал нет, топор да. Хорошо. Серафим нет, нет. Атака нет. Восстановление заклинаний магии воды нет. Боевой маг, безумный наручий искателя приключения. Физическое сопротивление, физическая регенерация, рейки, магия огня. Ну, типа, пока оставим, но в теории не все равно не надо. Так, сильно дофига у нас всякой фигни. Зелье наставника, зелье эликсир противоядия. Давай противоядие скинем. Что-то у меня их тут реально дофига. Мне столько точно не нужно. Концентрация тоже можно скинуть. Даже эликсир кстати жизни можно было бы парочку скинуть, но ладно. Черепушки не знаю зачем мне. Так, она значит топором умеет пользоваться. Ну-ка, допустим, такой топор. Он лучше, чем тот, который я ей дал. Так, сколько у нее сейчас оружия? 156-192. 136-180. Ну да ладно, тогда вот так. И как бы она со щитом уже неплохо. Так, и в теории здесь должен же где-то быть мой сундучок. Нет? Ладно, так, обменяем на огненную магию, короче. Я думаю, что на... Попробуем посмотреть, сколько за единицу дает. Возможно, просто мы будем ходить с тем теперь. Так, вампиресса раз, вампиресса два... проникающие 3. Перемещение надо взять, изучить. Рейки, призрачный лук. Так, огненная кожа, отлично. Просто у меня огненная кожа ковара на 4-го, 42. 51, по 10, то есть надо, блин, чтобы прилично поднять, прям прилично поднять. Ладно, ладно, ладно. Ладно, ладно, ладно. Так, тут где-то заяц белоснежный, который мне надо вернуть. Что-то подсказывает. Серьезно, вручную. В этом районе надо быть осторожнее. Да-да-да, обязательно. Просто, типа, если помощники, то на них было бы прикольно накладывать этот... Все-таки бафы. С бафами они будут куда сильнее. Даже с огненной кожей технически. Почему еще опять же Минотавр? Он ближнего боя. Если он будет лезть в бой и с огненной кожей, то как бы он там сильнее меня не казался. Да, спасибо, классно. Повреждение фитовый щит, отлично. Очень ненужная мне вещь, но фиг с ним. Так, где там моя помощница? Алло. Ну ладно, как знаешь. Что странно, что на коне, короче, у меня ускорен этот какой-то вид другой. Так, окей, ушки. Мы пойдем куда? Сейчас мы пойдем в замок. Наверное, там тоже задание толпа. А считается ли замок частью Брейврока? Вот в чем вопрос. Ну, вход не здесь, судя по всему. Хотя, может быть, и там. А,
да, там, судя по всему. Может да. быть, этот район лучше обойти? Подожди, я не могу попасть в замок Брейврика? Да, правда, я не могу попасть в замок Брейврика. Ладно, понятно. Тогда у нас единственное задание, получается, остается, которое есть, это ритуальный посох, пока что, из того, что я вижу, по крайней мере. Хотя как будто бы я еще какое-то задание не взял. Ладно, посмотрим, сейчас погуляем повнимательнее, чуть-чуть. Посмотрим всех пирсов, которые тут стоят, что они хотят. Но вряд ли он согласится так. Украденный ритуальный посох. На юге, но я их там не встретил. Здесь вы не хотите мне никакое задание выдать? Случайно никто? Ну так, мало ли просто. Кого-то пропустил где-то. У тебя задание мы уже выполнили, у тебя вопросиков нет. Ни у кого здесь... О, есть еще вопросы, блинские. За время, да? Вы можете помочь почтенному торговцу? Тогда относитесь это одному из моих друзей, транспортных торговцев. Он находится там, где встречается Восточная улица и Брейвол. Ваши усилия вознаграждены, но времени у вас мало. Всего 3 дня, поторопитесь. Я с радостью выполню вашу просьбу. Так, посланник, отлично. И что-нибудь еще? 3 дня у меня. Так, 3 дня. Вот еще задание. Прошу, послушайте меня, еще воина, который согласится драться на дуэли с офицером де Мордуэ, чтобы защитить мою царь. Да, 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 без проблем. А, они оба там, отлично. Ну и отлично. Блин, главное, чтобы не залагал это квест, где надо посох найти. Вот в чем вопрос. Ибо если он залагает, то мы никуда не продвинемся вообще. И получится зря повыполняли тут кучу заданий. Ну как зря, конечно, мы типа не зря, потому что мы герои, мы обязаны выполнять такие задания. Так, где? Еще дальше, дальше. Мы обязаны быть героями. И спасать, помогать всем, кого мы тут встречаем, видим, вообще все такое. Ну, вот что такое? Скажи, что это те самые жрецы, которые, у которых должен был быть... Нет, не они. Так. А, выше класса. Надо так волноваться. Это специи, а не наркотики. Понюхайте. Лучший перец во всей Анкаре. Держите. Это награда за беспокойство. Водяной облик и огненная спираль. Отлично. Так, где у нас там водяной облик? Водяной облик и... Поток огненная спираль. Блин-то, на самом деле, давай все, короче, изучим. Перемещение у меня 5-го уровня, стрельба 130, стрельба 100... Отлично. Так, и... А может быть, у любого жреца Сакары может быть этот посох? Типа, просто это случайный предмет, который из них падает? Но скелет восстанет. Так. Так, что у нас здесь? Вы хотите отбить у меня мою женщину? За вашу дерзость я разрежу вас на кусочки. Поторопитесь, после того, как я разделаюсь с вами, мне еще предстоит научить свою женщину хорошим манерам. До свидания. Да-да-да-да-да. Давай-ка я огненную кожу стану просто. Ну да, неплохо, потому что она сразу всех бьет, то меня бьет. Отлично, 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 отлично. Для меня амулет, вот его и добило. Так, хорошо, с этим мы разобрались. Осталось только еще раз попробовать разобраться с этим гребаным посохом, который где-то тут должен быть. Но что-то есть ощущение, что его залагало.
Украденный ритуальный посох. И где они здесь? Пища демона, злобные огненные твари. Ну, пойдем гульнем, короче, до этих... Как его? А, оно дольше держится еще с каждым разом, да? До тех квестов внизу. Посмотрим, что с ними можно будет сделать. Вот это пища демона и прочее. Потому что, ладно, раз мы уж тут погнали топ-задание выполнять, давай выполним. Пища демона. В этом районе имеют почти полный иммунитет к огню. Пища демонов. А, ну ясно, короче, это. К огню, но не к воздуху, как говорится. Так, отлично. Эти развалились. Зловещая броня, ночь тепла. Может быть, ты нафиг отвянешь? Как ты его забаговал нехило. Так, восстановили. Рейки надо кинуть на нее. Так, огненную кожу, скорее всего, надо кинуть на себя. В теории огненная кожа было бы, конечно, неплохо кинуть и на нее. Но она так мало действует у меня, что не факт, что это поможет. Да, она и близ особо не подходит. Что там прям... А, вот он, ритуальный посох, да ладно. А как так совместилось, что и то задание? Но в целом это отлично. Это меня радует. Возможно, сегодня у нас появится Мока в виде нашего помощника. И тогда как бы все будет крутецки. Стой, подожди. А что надо сделать-то? Пища демонов. Пища демонов, что это? Офицера, победите офицера, украденный ритуал, пища демонов, пища демонов, пища демонов. Брейврок, экскурсия, виселица, злобная пища демонов. Найдите источник маленьких демонов, землю неподалеку от замка. Брейврок облюбован небольшим, я так понимаю, что надо типа разобраться со всеми? А, вон там еще. Здорово, ребзи. Командир, ты никчемный, а боец... Сейчас мы это выясним. О, нормально, неплохо. Я похож на мула? Чё, опять заполнен? Места больше нет. Тихо, подожди, ты чё-то как-то это... Ты умеешь мечи? О, она умеет мечи использовать. У неё это должно быть чуть меньше, но интереснее, ладно. Обычный топор выкинем, боевой посох двуручный, духовное исцеление, до свидания. Остальные заклинания 46 тоже, до свидания, гладиатор, гладиатор, до свидания, до свидания. Ладно, пофиг, до свидания. До свидания, до свидания. Это все выпьем для того, чтобы... Нет, ладно, просто переместим, чтобы освободить место. Щит выкинем пока что. Не понял, а чего они от меня хотят? Я так понимаю, что надо зачистить всю локу, судя по всему. Короче, вообще, конечно, можно было бы хитро расставить эти... Нафига я бью две сотки тупо оружием. Короче, можно было бы хитро расставить эликсирчики для того, чтобы спокойно... Короче, для того, чтобы собирать только нужные вещи, а не маленькие эликсирчики здоровья. Кого мне там молить прощения? Вы уверены?
Так. Допустим. Ну, я понял, не со всеми демонами мы разобрались. Давай, хорошо. На тебе ветерочка. Ну, в целом, ладно, тут ничего интересного нет. Да, группа уничтожена. Ага, все, понятно. С этим мы разобрались. Ну, окейшки, чего нет-то? Я так и думал почему-то, что нужно просто с группой разобраться. Так, значит, тогда мы, получается, быстренько идем, сдаем все задания. По идее, я так понимаю, что вот этот посох — это последнее, наверное, задание, которое нужно было бы сдать. Украшенный ритуал, пища демона. А-а-а, смотри-ка, еще огненные твари, скорее всего, тоже надо здесь закончить. А что с огненными тварями? Стопудово тоже пещера или что-то такое, не? А, забрать девочку, ясно. И все они, да, сдаются в Брейворке, ясно. Хорошо. Надеюсь, то, что это было крайнее задание, которое в Брейворке надо сдать. Потому что прямо, по-моему, мы вообще тут первый раз город, в котором мы все выполним, судя по всему. Можно, пожалуйста, пробежать по воротам? Спасибо. И повторим, отлично. Так, ну давай, давай проверим, давай проверим. Даже, возможно, чуть-чуть серия затянется, просто потому что я хочу успеть сдать все задания и вернуться за Минотавром, для того, чтобы понимать, что, типа, у нас вышло. Так, возьми, пожалуйста, что это? Ледяные осколки. Ледяные осколки тоже качнем так, как есть. Потому что мне интересно, что они из себя представляют, когда они прокачанные. Так, все остальные задания у нас выше и выше и выше. Отлично. Просто идеально, как по мне, вообще. Все это просто сказочно. Пища демонов тут. Серьезно, демон прям тут. Вы где его тут нашли? Так, отлично. Проклятые демоны, черные рабы. Черные робы превратились в настоящую угрозу для мира. Кажется, будто все внезапно начали сходить с ума по демонам. Но вы хорошо поработали. Вы показали этим подозрительным людям, на что способна Анкария. Вот ваша награда. Я выпью кубок вина за ваше здоровье. Так, отлично. И остается у нас два заданица буквально. Блин, мне кажется, мы могли спокойно там пройти насквозь. Ну, типа, да или нет. Ну, посмотрим. Я надеюсь, то, что мы по времени сильно серию дольше не сделаем. Поэтому быстренько дойдем и посмотрим, где оно. Зато я знаю, как будет называться эти две серии. Просто зачищаем Брейворк от заданий. Так, значит, одно где-то здесь. Вон украшенный ритуал, нам туда. Господи, у тебя автонаведение просто идеальное. Из таких стареньких игр еще, наверное, я хотел бы пройти Златогорье. Вроде как когда-то играл, тоже прикольная такая игра. Изометричная. Не знаю, почему у меня к ним такие теплые чувства питаю, но что есть, то есть. Так, вот ваш посох. Отлично, что-то мне дали. Призрачный лук, идеально просто. 150%. Не сказать бы, что прям вот офигенно. Так, 5 секунд. 3,9. Я скажу, что в целом, как будто бы, сильно не меняется ничего. Потому что, ну, типа, мы прокачиваем восстановление заклинаний и тут же берем заклинание помощнее, из-за чего восстановление заклинаний как бы и не дает сильно толку, потому что... Ну, разве что, я не знаю, сколько тут... Да все дофига восстанавливается. А мне интересно, сообщать, что, типа, я все выполнил или нет. То есть, то, что, типа, вот там, вот, вы установили в Брейворке мир. Вы победили его, наконец-то спасали. Не знаю, насколько его хватило бы моей доброты и уважения. Ну-ка. В Брейворок. А, нет, смотри-ка, виселица и зимние мечты. И экскурсия в Брейвороке. То есть в Брейвроке еще есть задание. Серьезно, еще три задания?
Виселица разве относится к Брейвроку? Или Брейврул какой-то? В Брейврок? Ладно, давай так сделаем. Быстренько добежим до Минотавра. Пойдет он с нами, не пойдет. Вроде как бы я смотрю, что как будто бы до хрена выполнено задание. Ну, если нет, тогда, значит, будем дальше выполнять все задания вокруг, пока не выполним, пока он не пойдет. А еще мне бы сундучок найти. Ладно, торговцы, во-первых, забежим быстренько, быстренько, быстренько. Блин, уже задерживаемся. Так, нечего особо продавать на самом-то деле. Нет, не слазь. Короче, мне нужен сундук, чтобы скинуть туда лишняк весь. Теории, конечно, можно нафиг продать шмотки вообще все, потому что явно на этом уровне мне будут выпадать шмотки поинтереснее. Потому что я тут уже сколько уровня? 2 качнул, просто выполняя доп. Задание. И в целом заклинашки все качнул. Какой уже уровень-то хотя? 30-й, ну. Уже как бы не детский уровень, уже 30 годков как будто бы моему магу, грубо говоря. Совсем грубо говоря, конечно. Так, ну будем надеяться, что Минотавр пойдет, иначе получится, что как будто мы две серии выполняем доп-квесты, а особого толку от этого нет. Но нет так нет, ничего страшного, все равно выполним все, что увидим тут, и все спокойненько разрулим. В этом как бы я не переживаю. Единственное, что я думаю, лучше на всякий случай засейвиться, потому что я не хочу потерять прогресс, учитывая, что мы тут зачистили почти полкарты. Ну не полкарты, но я так понимаю, что Брейврок такой считается центральный городок. Интересно, а во второй части мы его встретим? Я бы хотел встретить его во второй части. Да стопудово должны встретить, учитывая то, что как будто бы вторая часть в этих же краях происходит. Единственное, я не помню, вторая часть это продолжение. Первый. Или что это, как это вообще, с чем это едят. Ну, короче, если ты не знаешь, то держи за меня кулаки, а если знаешь, тогда дай пройти. Так, где-то моя огненная кожа, чтобы они не бесили нафиг. Да-да-да. Так, кто-то опять тыкает Минотавра. Причем прилично так тыкает. О, да ладно. Нифига себе, Минотавр пошел, все, прикинь. Ну-ка, огненную кожу сейчас на него наложим. Сколько он бьет вообще? ...224, серьезно? Так он просто имба получается. Если он драться, конечно, будет. Ну-ка, и что они вдвоем будут делать? Эта броня плохо защищает от обычных повреждений. 133, ну, типа не то, что прям дофига. Но в целом, очень даже достойно, я бы сказал. А вдвоем так вообще достойно. А здоровье у него 1300. Ну, типа, вполне. Ну и что, они вдвоем загасят его? Ай-яй-яй, его сейчас грохнут. В смысле исчез? Он же должен быть бессмертным. В смысле исчез? Серьезно? Ладно, давай загрузимся, еще раз придем. Так и быть, потратим на это еще, блин, пару минут. Не понял я, очень не понял. Типа, умирающий помощник, это такое себе. То есть мы потратили кучу времени для того, чтобы что нам? Умирающий помощник, блин, попался? Или надо просто успеть выйти? Вот фигня, ты посмотри, а. Столько работать ради помощника, для того, чтобы он потом умереть мог. Нахрена он тогда такой вообще нужен?
Да бесите вы меня. Нежить самая бесячая, по-моему, здесь вообще что есть в целом. Так, слази и давай зайдем. Так, не ты здесь там моего минотавра. Сейчас быстро всех раскидаем. Я так понимаю, что, короче, помощники могут умереть от яда, судя по всему. Но если он может умереть... Ай-яй. Ну не... Следить же мне каждый раз за тем, что его не убивают. Потому что на нем один раз ветер делают, и ему до свидания практически происходит. Ну, блин, если он умирает, конечно, то эта костичина как просто огроменная. Но он бьет тех же, кого я бью. Но со скелетами он еще как-то разбирается, однако же. Ну, короче, хрен его знает. Такое получается, такое. Если он реально умирает, то это, конечно, нонсенс абсолютный. Типа, нахрена он тогда нужен? Потому что умирают тут все, просто все. И если это еще как-то живет, то... Типа, нафига мне минотавр, который умирает? Я не знаю. Либо же, он умирает только на этой локе. Ну, то есть, типа, из-за того, что это локация, в которой я его сам могу убить, он на этой локе смертельный. А как только он за нее выходит, он становится не смертельный. То есть, он, типа, как будто бы становится моим помощником именно только тогда, когда он уходит с этой локи. Давай это проверим. Защиты у него дофига, ему бьют немного. Ну-ка. Он по 200, по 2 сотки бьет. Вот, короче, смотри, сейвимся спокойненько. И проверяем. Пускай его бьют. Блин, нам нужна толпень. Ну, на двоих, конечно, они тут кого угодно разрулят, скорее всего. Да, вот смотри, ядом, скорее всего, мне кажется, что его может убить. Потому что я так понял, что ядом любого перса можно убить. Типа он не может восстать, потому что когда он падает в обморок, у него последнее здоровье отнимается. А они, походу, все ядом дерутся. Да-да-да. Ладно, в любом случае, короче, как бы мы проверим это по ходу дела. Но он хотя бы 200 бьет, уже неплохо. Да можно я пройду куда-нибудь, где можно сохраниться по-нормальному-то? Задрали они меня уже все. Да-да-да, и каждый хочет накастовать на меня эту вашу дичь. И каждый кастует ее с любого расстояния, ты посмотри. Вот как они кастуют с такого расстояния? Так, это убили, ладно. Но в любом случае мы узнаем. Но если умрет, значит, если он умирающий минотавр, то и фиг с ним. Зато мы заточили тут все задания. Так, ладненько, сейчас, короче, они восстанут все, и мы спокойненько засейвимся где-нибудь. Дойдем до центра уже так и быть. Все равно затянули прилично. Ну, радует, что хотя бы он пошел, то есть то, что задание мы, получается, все нужные выполнили, и он реально пошел за нами. Дальше, как говорится, дело за малым, относительно, потому что мы пойдем дальше выполнять, наконец-то, основное задание. Ну, зато в Брейврике нас точно запомнят. Как человека, который ходил с... Кто она там? Амазонка, Самак, именно Тавр. Вот это пати, конечно. Вот это я понимаю, вот это серьезный подход, вот это вот прямо могущественная команда. Давай дойдем пешкодравом, чтобы они хотя бы появились.
Я так понимаю, что они через какой-то период, когда я прохожу, должны появиться рядом в теории. Но это только в теории. А, во, появились. Ну да, выглядит смешно, конечно. Типа такой пати с Минотавром. Так, Минотавр, вроде как я понимаю, может щит еще одевать или что-то такое. Двор... Ой. Парирование 1, защита такая-такая-такая-то, владение оружием, стрелки, защита. А из оружия что-нибудь прям офигевшее. А чем он владеет вообще? Нифига у него урон, ты посмотри, в два раза больше. Это без оружия. Сопротивление 350. 320, 240. От ловкости. У него разоружение, доспехи, владение оружием 10. Ну-ка. И типа, ты можешь такое взять? Нет. Ожидаемо, что нет. Ловкость. Двуручный, двуручный, введение магии заклинаний. Подожди, а посох мага ты не можешь взять? Ты тоже не можешь, ясно. Владение мечом. Владение мечом, владение мечом. От ловкости к атаке. Топор ты хотя бы можешь одеть? Нет, не можешь. Я не знаю, что он может одеть. Меч двуручный. Нет. Доспехи хотя бы ты можешь щит одеть. О, щит может. Еще и урон увеличивается. И защита увеличивается прилично так. А из оружия что тогда? Ну, топор он не имеет. Владения топором у него нет. Владение мечом хотя бы есть. Нет. Не знаю, кинжалом. Нет. Мечом. Бой на мечах. О, а, он может лап. Нифига у него. Смотри, как падает сразу. Удар. У него свой удар. Лучше, чем этот. Ладно, понятно, все понял. Ему бесполезно что-либо пихать. Ему просто щит надо в руки пихать. И реально у него щит в руке. Кайф. Ну, спасибо за просмотр, ставь лайк, пиши комментарий, вступай в группу Discord, ВКонтакте, Инстаграме, Телеграме. И, конечно же, подписывайся на канал и следи за продолжением. Пока, пока.